Приветствую! На моем канале вы можете посмотреть видео Луны и планет через телескоп. Но в этом видео я покажу вам результаты моих съемок самой большой планеты Солнечной системы, которую я провел летом 2020 года. В этом видео я покажу вам, как Юпитер крутится. Анимацию вращения этой планеты можно сделать даже любительскими, непрофессиональными методами съемки и обработки изображений. Напомню, атмосфера Земли искажает вид объектов космоса. При большом увеличении телескопа видно, как планета трясется. Если планета низко над горизонтом, один ее край окрашивается красным, другой – синим. С этими искажениями изображения планеты можно бороться аппаратными и программными способами. Видеозахват с камеры делал на ноутбуке программой SharpCut. Далее следует обработка полученного сырого материала специальными программами и алгоритмами. Программа анализирует каждый кадр из видео и отбирает лучшие. Далее выбранный процент лучших кадров суммируется в итоговое изображение. Хотя еще не совсем итоговое. Далее идет коррекция цвета, вейвлеты и прочее. Во время наблюдений в этот вечер я делал двухминутную видеозапись Юпитера. Сразу обрабатывал в программе PIP, далее в Регистакс. Эта обработка занимала несколько минут, и я снова делал запись следующего ролика. Получается, я сразу делал и съемку, и обработку. Как вы уже могли заметить, на изображениях отчетливо видны полоски облаков Юпитера. На краю видно большое красное пятно, самый огромный ураган в Солнечной системе. Я также покажу вам снимки этой планеты, полученные в другие ночи. Название телескопа и параметры оборудования я указываю в описании к видео. Смотрите видео на канале, делитесь ссылкой на видео с друзьями, пусть также посмотрят на космос-телескоп вместе с нами, ведь не у каждого дома есть телескоп. А я стараюсь для вас. Подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и трансляции. Удачи и ясного неба!